течение трех дней в спорткомплексе «Надежда» будет проходить областной турнир по плаванию, который собрал 290 спортсменов. Уже прошло несколько заплывов и известны первые имена чемпионов. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат России Приволжского федерального округа. Все три спортсменки. Первое место Мария Каменева, вторая Олеся Сушко, город Бузулук, и третья Юлия Мурзакаева, Орск. Они все показали достойное время и они показали норматив на чемпионат России выше. Я отобралась на зональные соревнования в городе Ижевске. Со мной еще собрались две девочки. Но я буду стараться на тренировках, чтобы хорошо проплыть на соревнованиях в Ижевске. А это сильнейший заплыв мальчиков. Посмотрим, каковы же будут результаты. Надеялся на лучшее. Получилось. Тем не менее, ты же первый. Тем не менее, первый. Ну а почему тогда недоволен собой? Ну, результат есть результат, как бы он не такой уж и высокий. Ну, как бы я выше целюсь. Выдающихся результатов у мальчиков я никого не вижу. Вообще результат, уровень оренбургского плавания, я считаю, низким. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, то, что дети стали слабже по здоровью. Вот, я считаю, Мария Каменева хорошая. Результат девочка по данным хорошая. Я думаю, что новая звезда появляется с Оренбургом.